В Югре за минувшие сутки было выявлено 202 случая коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заразившихся в Нижневартовске – 48 человек. На втором месте Сургут, где 34 случая. Как сообщила главный санитарный врач округа Майя Соловьева, по итогам прошлой недели рост заболеваемости снизился на 9%. При этом зафиксировали 30 очагов. В 27 случаях это оказались образовательные организации. Также на заседании стало известно о том, что с 15 декабря в медучреждениях округа возобновляются профилактические осмотры и диспансеризация. Поручаю департаменту здравоохранения с завтрашнего дня, 15 декабря 2021 года, возобновить в подведомственных медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, углубленную диспансеризацию.